Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юля и Мишка. Всем привет! Ребята, мы вернулись в игрушку The Fisher Cat, наконец-то. В общем, ребят, новостей дофигища. Это Юля точно. Тут нафармила, раскормила нашего кота. Как видите, новые баллоны, новые гарпуны, мы Короче, с дробовика можем фигачить. Короче, игрушка на самом деле обновилась. Да, появились два новых острова. Как видите, появилась система комбо. У нас на самом деле супер теперь, как его, баллон, который просто бесконечный. У нас был, по-моему, в прошлой серии, насколько я помню, вообще еще старый, самый первый баллон. Да, мы, в общем, его на полную прокачали, потом, значит, купили новый синий баллон, его на полную прокачали, теперь у нас есть желтый баллон, который тоже уже немножко прокачан. Ультра-баллон, также, О, ребят, смотри, ворон, рыбка, видал? Своими силами мы накопили, точнее, Юлиными силами, если быть точнее, потому что Мишка Юле уж больно игрушка понравилась, да, она точно. Прям долго зависала. Задрот, короче, да. Местный рыбак. Она... То есть можно реально самим легко набить на, как сказать, на шестереночку. Да, все время, короче, набивайте денежки, и потом, когда приезжает вот этот чувак-торговец, посмотрели рекламку один раз, чтобы по выгодной цене все продать, и в итоге обменивайте. Все так и есть. А пока я просто долблю, показываю вам. Давай вот этих вам. Вот чушков вот. А я ничего не хочу, все. А, ну все, понятно. На самом деле, я же тоже все пощупал, могу вам сказать, что самый любимый гарпун, я его сейчас покажу, я его базукой буду называть. Да, он вообще мощный. Покажи вообще, какие у нас пушки есть. Вот это вот самое первое было у нас. Прокачали на полную. Хороший гарпун. Ну да, неплохая. Вот это тоже штука прикольная. Вот это вообще, конечно. В общем, на самом деле странно, как-то она работает. Вы зажимаете на рыбку, и когда у вас палец или мышка там рядом, она как бы прицеливается. Далеко стреляет, но пипец нифига не пробивает. Слабенько, может, прокачивать слабенько. Надо. Ну, но... как бы да, но мне, знаешь, вот некоторые пушки сразу ты вот ее берешь, она еще даже не прокачана, и сразу становится вот понятно, штука, что это вещь. Просто базука уничтожит убийца, все, что можно. Убийца. Потрогаю он, кстати, кота. Торговец, типа, да. Приехал. Я даже, как видите, не капли не использую, кстати, вот новые острова. Да, котопия какая-то. Да, прикольно, что интересно, да? Видать, заснеженный. Мы, какой-то. Короче, ребят, сегодня, если что, да, по секрету отправимся, да, на новый. Давайте остров. Я еще раз покажу базуку просто, давай. Которую шмаляет, я не знаю, это просто бомба. Она вон протыкает сразу нескольких, конечно, медленная перезарядка, но... Ну ты вот этих, может, не лови мелких. Да я уж просто, да, денег мало заработаем, на самом деле, на них. Короче, тут несколько стратегий, если что, есть. Самые дорогие Описывай. Рыбки на этом острове — это акулы, потом такие самы, короче, выплывают тоже снизу, из пещеры, да. Да? Да, и зеленые, как Рыщ. Это, вот я не знаю, как их назвать. Вот такие же, только ага. зеленые, большие, которые. Вот они дорогие. Всё ну и есть. Естественно, бывают какие-то специальные рыбки, но они в какой-то день вот именно. Бублик. Как О, видите... видал, как Ах ты, козлина! Псина! Ее тоже, Миш, вали. Конечно, обязательно. Бац. Вот с этой пушкой только нужно быть максимально аккуратным, потому что если рядом медузы, аккуратнее направляйте, короче. Много набрать можете. Да, иначе вы лишака наберете, не как того, видите, чего деньги надо. Текут просто рекой с этим гарпуном. Юля, молодец, прокачала. О, вот это вот она, тема. Она, кстати, вообще... Ее надо несколько... О, Миш! О, сосачи пришли. Короче, сначала, ребят, вот против этих, если кто еще там не прокачивает, Есть. Можно использовать такую стратегию: бросайте рядом с собой бомбу электрическую, вот против вот этих, как это называют, кальмары или что, ну, красные, да. вот. Сачика. И по сути можно их зашмалять, потому что если пушка у вас еще такая слабенькая, то довольно-таки сложно придется вам их Просто валить. В кашу прошибаю всех на Вообще. Самом деле, как с дробаша на самом. Я вот люблю на самом деле часто сеткой пользоваться. Удобно. Приманку кинул, допустим, и целую кучу разных рыбок насобирал. Вон бы рыбёху ты мне собрать. Её можно ты тоже, прёшь? На самом деле, по-моему, приманкой. Да, пофигу, на самом деле. Ну, просто... Миш, ну ты вообще машину убийца. Даже посмотреть, сколько убийца денег просто. Набрали мы вот благодаря ничего Причём, не да, кстати, Миша даже, на самом деле, так, рыбачит Ой! На расслабоне, скажем пофигу, так. Даже без реклам попрусь. Вон, кстати, вот эта рыба, интересно, мощная. Она или... тоже нормально тогда, её 3000, Просто что посмотрим. Ли? Ну, один, ну немного, правда, скажем. Потому что в последнее время мы уже, по-моему, по 30-ке, по 20-ке да, спокойно. Да. Я что хотел показать? Рыбёхи, какие давай, открылись. Все, по-моему. Давай, пройдемся. Короче, так, это вот второй остров. Второй, да? У нас почти все, все золотые. Пипец, просто. Кто-то трудоголик в этой игре. Вот, это самые тоже за них дают нормально так. Сколько? Ну, вот некоторые рыбки, видишь? Да, он дорогущий. Как сказать, первый раз вот не повезет, поймаешь Во. Одну из самых крупных, как бы, представительниц. Потом сложно побить рекорд. Вот как раз это самый дорогой. Да. Гост. Да.
И, кстати, я еще хотел сказать, иногда, по-моему, вот такие вот появляются. Короче, вот эта каменная рыба, вот эта, я один раз ее... Она появилась вообще всего один раз за всю игру. Слушай, я ее поймала, с трудом, ее, короче, сожрали. Как видите, здесь есть специальные рыбы какие-то, вот такая вот. Марлин. Марлин, мы ее видели, но ни разу не поймали, да, они очень быстрые, такие рыбки. Что, ответственный момент... Как считаете? Пора покупать. Та-да-дам-там-там! Ого! Видал? А потом ништякова. Сколько надо? 360 тысяч? Миша, а мы еще можем баллон прокачать, кстати. Ой, я такую красивую заставку пропустил, как моя новая всплывает. Это. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Она и так красивая. Может, баллон прокачаем? Да, я считаю, что мне кажется, пригодится на новом острове. Мы можем еще прокачать. Давай, все, короче, погнали. Ништяк. Гарпун я не буду менять, скажем прямо. Все, да, он нас полностью устраивает. У меня уже кот не подходит под этот корабль красивый. Пипец. Офигенно, давай, погнали. Клёво, что обновление параллельно вышло. Сейчас будем изучать новых рыб. Ого, 204-й слушай, день. Страшно представить, что новые рыбы. Это точно. Слушай, а как... О, видал сколько? Гарпун даже здесь. Я, конечно, не знаю, на каком уровне надо было его прокачивать. Ну, в том смысле, может, на какой-то... На какой-то остров, допустим, приплываешь, ты еще там должен... Ого! На первых, как сказать, пушках тут... 700. Рыбачить. Вот где надо набивать. Ну, конечно, смотри, как сильно тратится кислород. Давай, иди ко мне. Все, хорош. Но эта пушка даже здесь, на самом деле, ну, довольно таки мощные, согласен. Миша, а можно, мне кажется, их, знаешь, что? Возьми приманку, если что. Ну, сейчас, погоди. Пока что все в порядке. Как сказать, сеточкой. Я уже ее взял. Я уже, вон, бублик. Бублик. Сейчас. Бублика тоже, по-моему, рассочётся... можно хорош. Приманить. Бублика и так взяли. Замечательно. Всё, слушай, отлично. Кислорода, в принципе, хватает. В прошлый раз у нас прям улька, ничего не осталось. Эти медузы у меня уже тоже в гостях есть. Посмотрим. Это точно. Это тоже писюнская. О, новая. Это, наверное, может, хищная? Да, сверху. Миш, прикинь, мне кажется, да. Дыдыч, да. Слушай, может, это реально? Давай попробуем сеткой. Блин, я уже зажал. Кидай сейчас приманку. Так, ладно, давай вот попробуем. Сюда. Слушай, а какая-то жирная приманка. И давай, и сетку, сейчас. давай. Фоль. Все, видал? Ну, не так и много. Нормоз. Но окей. Ждем, может быть, кто-то таким еще... Таким образом, так, просто можно поймать каких-нибудь вот золотых именно рыбок, в том смысле... Ого, рогатая лучших какая, представителей! Кислород! Ну, давайте рекламу все-таки посмотрим, и вот здесь... Вот эти чушки к тебе уже... Ой, какие-то крепкие! Ой, их трое уже, Миша, они весь кислород высосут! Да нифига, сейчас мы их... Снесем, что творится, что вот творится. Вот это Кшон пошел, он опять к тебе, смотри, чалит. Заруливает. Не тут-то было. Не, давай рекламу, я не хочу брать еще. О, какая-то непонятная рыба. Все, не, нам хватит. Ах ты! Знаешь, Миш, ты можешь ее поймать, эту рыбку, и просто смотреть. Не смотреть рекламу. Ну, ладно, она будет иначе маячить. Вот это красота. Ты что за рыбина? Вон еще Миш, раз... Миш, смотри, это хищная какая-то, смотри. Да блин, ее фиг достанешь. Ох, блин. Сколько новых рыб. Так, все, отлично. Вот посмотрим, насколько у нас по ценности давай, улов. Давай, хотя, мне кажется, принципе... тысяч, да, 10. Ну, неплохо. Причем, ну, до свидания. Реклама такая, да. По-моему, тут чем больше зарабатываешь, чем больше рыбок ты поймал крутых, тем дороже будет у тебя реклама. То есть, чтобы, тебе был смысл ее посмотреть, а не просто пропустить. Это вот, да, у нас новые, да? В принципе, да, смотрите, да, сколько да. сразу же набрал. Эту я видел, питбуль. Ого. Четко. В щите. Ой, прикольно, надо просто даже посмотреть. Так, это тоже у нас, вот этот хищный, цитрус. Да, действительно. Слушай, вот это тоже футбол. Пипец, Том, ё-моё. Еще каких-то мы даже не видели. Пиранья, я вот не помню. Они явно жрут, короче. Вот это большой бантиком. Вот этот, явно, как там. Слушай, а что-то как-то мне кажется, здесь рыб больно дофига. Не кажется, я листаю. По-моему, как и во всех остальных. Ой, блин. О, слушай, какая-то специальная рыбка, по-моему, сегодня так. будет. 46 фишек? Ой, рыбок. Да, фишек. У меня фишки. Уже на 46% открыли. Почти всю фауну собрал. Вот, как сказать, поначалу легко открывается, а вот 96, когда процентов дойдете, последнюю рыбу... Ну да, в начале, в принципе, цикл идет. Причем, кстати, последняя рыба, там какая-то медуза была вообще. Да, такая медуза, по-моему, везде, Юль, последняя, если не ошибаюсь. Да. Так что большая просто...
Ладно, ждем пока что этот цикл вот этих мальков. Они нас уже крайне не интересуют. Мы уже их поймали, я посмотрели. Не вижу их вообще смысла их ловить. Ну они... нет, видишь, если опять же ты хочешь как бы поймать золотую рыбку, самого, как сказать, большого представителя, чтобы получить шестеренки. Сейчас, кстати, но, кстати, не знаю по поводу шестеренок, вот, их же вот можно бантиком, у этого добыть. Ё-моё, живучий. Смотри, гадин. Какой козлина. Пузырь, пузырь, он пузырь. Сейчас сожрет вот эту твою, так, если ты ее поймаешь. Давай. Вот, все, вот это ротан. Все, отлично. И вот эту теперь нужно. А, да. Ух ты, цитрусы какой... нужно поймать. Все, я еще кого-то зацепил, да, малька. Да, зацепил, нормально. Так, замечательно. Меня как бесит, вот если честно, вот такие. Эти чушки, которые да. вечно отнимают о, у нас. Вон, какой-то этот пингвин. Сейчас, Миш, лишь бы не сожрали. Так, стой. Это на корову похоже. Уберу. Так. Так, давай, вот блин, сейчас шмаляй. Погоди, я вот этих шмаляй, уберу, шмаляй. Все, замечательно. Миш, она не сожрет? Нет. Ого, это стоять, кто? Крутить фонарики. А это, слушай, на уток похоже. Да, кстати, есть, крякала. Куда о, там? Рыбка пузырь. Наша. Все, замечательно. Они а, не блин, жрут их? Что-то я ее это из виду-то упустил. Они, видишь, по ним попадаешь, и они такие, типа, шустрые, как сказать, кстати. Да, они ускоряются, так. А потом опять замедляются, на самом деле. Давай. Есть. Нет. На некоторых нужно, Миш, знаешь что, использовать этот, как его зовут, электричество. Хорошо, сейчас. Сейчас она появится. Ну, давай. О-о-о-о. Давай, шмаляй. Все, взял. Еще раз шмаляй. Все, пробил. Все. Пробил. Надеюсь, надо, слушай, сожрет. Лучше несколько раз шмалять. 2000. Ну, трындец. неплохо. Да уйди ты нафиг, считаю. А мешаешься как, а на самом уже деле. Слушай, нормоз так. Пробью. Есть. Она моя. Она наша. Во. Вот эта рыба. Давай, может, ее это. Да я боюсь, что не успею. А, все, вон мы еще не успеем. Жбых-бых-бых-бых. Кучка вообще сбил. Ладно, не буду я рекламу смотреть. В принципе, сейчас можно отправиться. У нас воздух, в принципе, достаточно, чтобы 9000. Но немного денег набиваем, но зато новых рыб тоже набрали немало. Так, это точно. Вон, смотри, мы даже какого-то золотого представителя. Вот как раз Юля про него я, и говорила. Да, так, получаем. Это есть Duckfish, ты права. Да. Кого мы там нового нарубили? Вот это? Cowfish. Да, Cowfish. Корова. Ну, реально корова. Baby whale, короче, маленький кит, что ли, да? Наверное. Big go у нас. А вот это, наверное, big whale, наверное, будет. Юля, возможно, права. В принципе, я не знаю, что нам... Давай посмотрим. Слушай, я просто хочу это посмотреть, сколько это стоит. 360, 2400. Юля, всё. Есть работа. Да, спасибо. Ого. Слушай, походу... Ну, довольно-таки быстро тратится. Ну, ладно, я пока не буду сил тратить. Единственное, только посмотрю, сколько атака. 1%, по-моему, только всего отнимается. Ну, да ладно. Нормально. Подождем. А то мало ли с пустыми, как говорится, этими руками уплывать. В общем, ждем другого цикла. Так, ну в принципе уже пошли поинтереснее рыбы. Я не знаю, может быть. Но сегодня попробуем. Реально не рыбный какой-то денек. Давай, шмаляй. Вот, отлично. Ну знаешь, 1500 это тоже. Кислород тебе неплохо так неплохо. Расходуется у нас. Так, вот это, блин, вот попало это вообще нормально в вообще. Мишка, тащи быстрее. Я только единственное не совсем запомнила, какие рыбы тут жрут. Вот смотри, красные жрут у нас, а вот этот... О, новая! Давайте новая все-таки. Рыбка, так, новая! Стоять, она стоять, такая стоять, красивая. Все, она... Вот это какая-то пугающая. Мишка, к тебе целая толпа! Кальмары, все. Вот против них реально тут нужно использовать вот эту электрическую штуку. Когда их только видишь. Так, в общем, закончили. Решил тут Юля поплавать. Да, я тоже хочу поэкспериментировать. 5000 всего. Ну и одна новая рыба. Ну, загляни, сколько нам нужно что закупить. О, смотри. Что-то сейчас выловили. Что-то новенькое, да. Покрупнее. Хорошее. Дальше, так. Скорее всего, находится что-то. Во. Хищника мы собрали. Все, больше ничего нет. Так, в общем, Юля решила закупиться. Посмотри. Я не знаю, я посмотрю, я, короче, все-таки куплю вот это дело. Мое любимое просто. У Юли всегда вот такой набор. С собой 5 штучек. Да. Ну, а вдруг пригодится? Кто знает. Я, конечно, еще считай, ни разу не пробовала здесь. Кому вообще какой больше всего остров понравился, обязательно сообщите. Юля начинает свою движуху. Юля сразу же с крупняка решила. Ща. Ты хочешь их заглушить? Ну, чтобы они не двигались, короче. Стояли на месте. Все, неплохо. Юля, мне кажется, сейчас столько, как АК-47 бабла. Давай. Я постараюсь. Она уже, видишь, сыт просто подходить. Такой, ой, блин, там что-то, опа. Ах ты, козлина. Мне кажется, надо, да, их. Слушай, у меня такое прям предчувствие, что, как сказать, очень много, радиус большой стал. Да, это точно. И сетка побольше, как бы. Не хочет, смотри, вот, не, прям, нет, не пойду. Бублик, иди сюда, бублик, иди хорош, ко мне, хорош. Бублик. У Юли прям очень мощно пошло дело, сейчас, видать. Все.
как это раз профессионализм просто. Давай, давай. Так, нет, слушай, тут просто медузы были, поэтому это было очень, на самом деле, рисково сюда отправляться. Погоди пока, цикл. Да тут никого нету, не трать пока что. Вот эта рыба. Кальмар, Юль, давай, твоя тактика, быстрее. Блин! Хорош. Короче, они не успели, почему-то, как сказать, затормозило и, как сказать... Не попало, да. Так, аккуратнее здесь. Все, сдохни, кальмар. Слушай, они такие хитрые, по второму кругу начинают это приезжать. Точно, тогда. Так, слушай, это какая-то наглая рыбёха. Она... Жалко, вот, блин, не успела я. Почему-то оно, как сказать, заглючило и не хотело мне давать использовать эту электрическую штуку. Ну, ничего страшного, у тебя кого-то... Блин, ну оно всё. Рыбина, короче, ладно. Пофигу. Кого? А, даже не зацепил, да, это сожрали. Да, ее сожрали. Посмотрим, сколько Юля... Ну, нормоз, начало хорошее, какие? Ты 6 косарей на этих нарубила. Вот если б не эти сраные кальмары, все было бы хорошо. Да уж. Ладно, я думаю, что стоит на этом пока закончить. Я уж не знаю, все время об этом говорю по поводу продолжения, но вы, ребят, спасибо, поддержите эту игрушку, мы рады ее продолжить, особенно Юля. Ладно. Это точно. Пока, пауза. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.